что-либо делается только с одним условием – понимание, зачем это делается. И это, к сожалению, очевидная мысль, понятна не всем. Я вот сколько раз прихожу на какие-то встречи, люди сидят и… Они сначала делают, а потом они не могут сформулировать, зачем. Вот если вы считаете, что вам это нужно, если вы бы этим пользовались, если бы вы посоветовали это использовать, делайте. Тогда нету сложности придумать, как это должно быть. Ну, первая идея. Конечно, конечно, да, идея. Главное. Потом, вот я, у меня родилась гениальная идея, я знаю, что я с ней дальше должен сделать. Ну, для начала можно как минимум из своих друзей сделать фокус-группу и вообще поразмыслить, и имеет ли эта идея смысл какой-либо, да? После чего можно поговорить со специалистами, которые могут понять, сколько это стоит. Это вы делали на хакатоне, да? Или вы Нет, до этого это, делали? Нет, это у меня есть прекрасные друзья iPartner. Они нам сделали... Они не могли себе позволить сделать нам совсем бесплатно, но они нам сделали две платформы по цене одной. И нам приложение обошлось... Ну, я не считаю свою работу, которая была большая, и потому что, ну, как бы, ее, она была, естественно, бесплатной. Вот до последней копейки все, что мы отдали за две платформы специалистам, это 248 тысяч рублей. Если приложение нужное... Если инициатива видная, эти деньги собрать реально.